Всем привет! Рада вас поздравить с тем, что на Парнасе наконец-то открылась поликлиника. Это самая обыкновенная детская государственная поликлиника. Сейчас пациентов не принимают только в особых случаях. Все плановые приемы отменены. Но тем не менее, поликлиника оснащена по последнему слову техники. Везде электронные экраны. Это игровой экран для детей. Здесь есть на первом этаже пожарная машина. И в лестничном пролете есть еще скорая помощь. Когда работал экран в феврале или марте, то пожарная машина не пользовалась популярностью у моих детей. Компьютерные игры сейчас ближе. Здесь все красочное, цветное, как видите. Есть гардероб, но он сейчас не работает, пока ситуация с самоизоляцией продолжается. Здесь есть все необходимые специалисты. Мы помним, что раньше на Парнасе у нас был только полис детский, полис взрослый. Это тоже бесплатная система здравоохранения, но тем не менее там принимают только врачи общей практики. В этой поликлинике можно сделать прививки, сдать анализы, посетить специалистов. Запись по телефону или лично в регистратуре. Пока что есть небольшая неразбериха с тем, какие дома прикреплены сюда. Но все это, конечно же, утрясется со временем. Поликлиника находится по адресу Заречная, 41. Вывески на ней никакой нет, только небольшой листик на дверях. Так выглядит холл первого этажа. Наверху черные экраны сейчас не работают, вообще там расписание врачей. На втором этаже около каждого кабинета электронный экран. Небольшая игровая. Комнатка для матери и ребенка. Туалет мы тоже посетили, там очень просторно и удобно, к сожалению, забыла его снять. Извиняйте. Лифт есть. А вот и скорая помощь, о которой я говорила раньше. Это вид из окна в дворик, который оснащен стилобатом, и то есть высокий такой дворик. И видно из окна Абрамова 23 дом. Нас приняла молоденькая врач. Скажем так, мне понравилась ее вежливость. К сожалению, не могу ничего сказать о ее компетенции. Надо еще сходить к ней пару раз. Всем спасибо за просмотр. Еще раз вас поздравляю с появлением поликлиники.